Алексей Карпов с брусьями и турниками на «ты», а сесть на шпагат для него – простейшее упражнение. Это не просто набор пируэтов и стоек, а силовой вид спорта, который называют воркаут. Чтобы быть в нем, если не чемпионом, то мастером спорта, Алексей уже полтора года упорно тренируется. Упор делает на работу собственным весом и выносливость. Это баланс, то есть стойки на руках, стойка на одной руке, выходы в стойку. Теперь турникмены и гиревики будут собираться чаще. В Липецке начался молодежный проект «Энергия спорта». На его открытии более 100 молодых людей разного возраста посоревновались в гимнастике на брусьях и других снарядах. Показательные выступления прошли среди легкоатлетов и паркурщиков. По словам организаторов, подобного фестиваля в Липецке еще не было. В одном зале собрались как профессиональные спортсмены, так и те, кто тренируется на улице. Самое необычное в этом проекте то, что он в конце прошлого года получил поддержку в виде областной премии. Это значит, что это один из лучших проектов, которые, в принципе, у нас в регионе инициируют молодые люди. Развитие вообще в целом движения воркаута, спортивного движения, которое мы развиваем на протяжении последних лет. Здесь ребята сейчас с разных районов Липецкой области и даже гости из соседних регионов. Опытные спортсмены показали свое мастерство в жонглировании 16-килограммовой гирей. А липчанин Николай Грачев, который отметился в книге рекордов Гиннесса, покорил публику новым рекордом. В течение 5 минут он поднял гирю 127 раз, и это в свои 60 лет. Лучшие из лучших в своих дисциплинах удостоились медалей и призов. Дмитрий Курмаков, Алексей Великанов, «Липецкое время».